Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Arte от производителя Mytoni. В коллекции предлагается люстра на 6 рожков, на 8 это данная модель. Еще есть люстра двухъярусная на 12 рожков, а также предлагается бра на 1 рожок. Это классическая люстра, основание у нее из металла в цвете бронза. Абажур здесь желтого цвета. Внутри он из тонкого белого слоя ПВХ, а снаружи это тонкая нить, плотно намотана на металлический каркас. Диаметр абажура в нижней его части будет 14 см, а высота его 12 см. Также есть еще хрустальные подвески каплевидной формы, они с коньячным оттенком. И в центральной части люстры будет вставка из прозрачного хрусталя круглой формы. Патрон используется E14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. В комплекте лампочек не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, которые выдают около 50. Давайте ее включим. Через абажур проходит немного света. Он здесь получается приглушенный, мягкий. Основной поток света будет направлен вверх, при этом отражаться от потолка, и также часть света будет идти вниз. Подобные модели идеально подходят для такой комнаты, как спальня, где яркий свет не нужен, либо его нужно не так много, как в остальных помещениях. Если, допустим, рассмотреть ее для гостиной, тогда обязательно нужен будет дополнительный свет. А вообще, если не разделять на типы помещения по их назначению, тогда люстра это подойдет для комнаты площадью 20 квадратных метров. Высота у нее регулируется, максимальная она здесь 1 метр, минимальная она может быть 58 сантиметров, если всю цепь мы убираем. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши 11 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!